На доброго времени суток всем. Добрые наши волшебники, моя такая большая дружная семья, новые подписчики, гости канала. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. К сожалению, сегодня у нас экстренный выпуск по Марфуше. Кто не знает о Марфуше, ничего. Ролик был, мы были заблокированы, ролик был на канале Марианны. Эту собачку на одной из заправок города нашего на «Газпроме» сбила машина. Собачка лежала двое суток без помощи, и моя знакомая девочка, когда-то взявшая у меня из приюта собачку Асю, приехала на заправку и увидела собаку, щенка. Уехала, но не смогла, вернулась обратно, отвезла в ветлечебницу, ее накололи. Купила лекарства и отвезла обратно на заправку. Сделала ей там домик, постелила все. Но, к сожалению, люди, имеющие душу, да, не могут просто так отпустить ситуацию. И набрала мне. Набрала мне, позвонила, сказала: «Наташ, так и так, помоги, пожалуйста». Ну, конечно, мы с Ариной поехали незамедлительно. Взяли щенка. Щенок наш, это Марфуша. Возраст ее где-то месяцев 5. 4-5. И у Марфуши был сломан таз. Марфуша была в клинике, ее оперировали, плюс уже сделали стерилизацию. И экстренно, когда я забирала всех животных, соответственно, Марфуша приехала ко мне домой. Но моя такая большая дружная семья, услышьте меня все, что я не могу находиться в приюте дома 24 на 7. Сейчас у меня дома в квартире 13 собак. 6 из них, которые нуждаются в постоянном уходе. И плюс на мне приют, где 100 собак, но сейчас со щенками, может, уже, возможно, и больше, уже со счета сбиваешься, честно. И дело в том, что, приехав из приюта, я увидела, что Марфуша вместе с Лунтиком открыли мой шкаф-купе, и что они там наелись, что они там были, дети предоставлены сами себе, сейчас такой возраст, ну, щенково-подростковый, а есть собаки, которые грызут все. Поверьте мне, что вот у меня Звезда, моя собака домашняя тоже, ей 5 лет, она до сих пор все, вот, она готова грызть все. Поэтому следите, простите, ну, не смогла, да, не могу я находиться постоянно дома. Еще хочу отметить для всех, что Марианна живет в Израиле. Дима, спасибо, кто нам, да, помогает делать ролики, он практически постоянно на работе. И я. Я, то есть, человек, который постоянно в поездках, в разъездах, плюс приют. Спасибо хочу сказать Свете и Алексею, которые мне помогают на время отъезда в приюте. Полине. Это все, из чего состоит наша команда. Виталина, к сожалению, сейчас вышла на работу. Она очень поздно приезжает. У нее тоже нет свободного времени. Максим работает на двух работах. Поэтому, ну, то есть у нас совсем небольшая команда. Но я надеюсь, что мы со временем сейчас у нас... Моя подписчица Галина дала нам контакт одного парня с Москвы. Через неделю он, может быть, дай бог, мы запустим Инстаграм, Фейсбук и ТикТок. Об этом мы, конечно, вам обязательно сообщим. Но сейчас проблема в том, что, приехав домой с приюта, я увидела, что Марфуша два вечера подряд присаживается сделать свои дела, и у нее ничего не получается. То есть я поняла, что что-то не так, что-то не то, потому что, ну, стала делать экстренно клизму, надавать все лекарства, залила вазелиновое масло. В туалет мы так и не сходили. На следующий день, приехав из приюта, я уже увидела на пеленочке капли крови. Поэтому я экстренно связалась с нашей клиникой и, одев резиновые перчатки, я начала прощупывать анальное отверстие Марфуши, то есть, и я сразу же обнаружила у нее инородное тело, то есть я его прощупала при пальпации. Ну вот, и мой вердикт подтвердился. Вчера мы приехали, Марфушу экстренно приняли. Спасибо всем сотрудникам клиники,
Маше, Вадиму, Александру Владимировичу, Тамаре. Ну, вот, к сожалению, наш Николай Николаевич сейчас в отпуске, поэтому спасибо большое все равно сотрудникам всем, кто экстренно приняли Марфу, сделали снимок и на снимке увидели большую, достаточно объемную инородку. Марфушу экстренно повезли в операционную, то есть мой вердикт оказался правильным. И Марфушу уже прооперировали, она себя уже хорошо достаточно чувствует. И еще хочу сказать, что если помните ролик о Томе, это рязанский щенок, которого сбили возле клиники, и кураторство, которое по просьбе Николая Николаевича я взяла на себя. Но клинике огромное спасибо, то есть по минималке вообще посчитали операцию, остальное все, уход, лечение они взяли на себя. И все это время Томочка находилась в клинике, ну, скажем так, на бесплатном попечительстве. Прям вот огромное-огромное действительно спасибо. Спасибо Николаю Николаевичу за то, что минимально совсем посчитал нам операцию за Тому. Вот. И когда мне позвонила Тамара Михайловна и сказала: Наталья, ну, как бы все уже, дальше держать Тому смысла нету. Как бы и нужны клетки на стационаре. Поэтому как бы мы позвонили в несколько приютов Рязани, они отказались взять Томочку. И девочки говорят: ну, наверное, мы будем выпускать ее на улицу, просто хотели спросить у тебя. Я сказала: нет, нет, после всего, что ребенок пережил, ребенок поедет ко мне. И вчера Тамарочка приехала ко мне. Приглядитесь к этой собачке. Это очень компактная маленькая собачка, очень добродушная, очень ласковая, такой прям милый-милый ребенок. Может, кому-то Томочка западет в душу. Реально, она очень компактная, очень беспроблемная и очень-очень милая. Я прям вот за поездку вчера в Тамару влюбилась. Она и на плече у меня сидела, потом села со мной рядом и всю дорогу сложила на меня лапки. И так мы всю дорогу с ней ехали домой. И я счастлива, что мы еще с вами спасли одну такую вот молодую жизнь. А у нас сегодня экстренный сбор на лечение Марфуши, на оплату операции и на стационар. Друзья, я понимаю, что вы с нами, что вы нам поможете. Каждая ваша копеечка, 10-50 рублей, все пойдут сейчас на оплату Марфуши операции и пока лечение на стационаре в клинике. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Творить добро», Наталья.